Когда-то здесь добывали кварц. Необычайно интересно оказаться в экспедиции вместе с геологами. Не зря их называют романтиками. Геология – это образ жизни, утверждают представители данной профессии, и лишь потом поясняют, что геология – наука, изучающая недра Земли для освоения минеральных ресурсов. Поначалу было море, потом происходило уплотнение пород за счет температуры, за счет давления, за счет тектонических процессов, вертикальных, горизонтальных, происходило сжимание при столкновении двух плит, вот здесь западно-сибирской плиты и русской, произошло сдавливание и образовались наши Уральские горы. Западно-сибирская ныряет под русскую платформу. Процессы сложные и долгие. 300 миллионов лет. В ущелье, где каменные глыбы окружают тебя со всех сторон, начинаешь по-другому ощущать время, словно замерли тысячелетия, и к ним можно прикоснуться, потрогать на ощупь. Это был мощный разлом, капитальный, вот с юга до севера. И там вот эти все процессы происходили долгое время, пока это все успокоилось. Изливались лавы, прогибалась, лавы заполняли вот эти прогибы. Потом начиналось снова, там что-то подвижки, и все. Это очень сложный процесс. Уральские – это одни из древнейших гор на Земле. К ним вот по возрасту приближаются еще горы на американском, североамериканском континенте, это Апалачи. Вот они как братья. Вот. Ну, горы это Уральские горы, это же не только хребты высокие, да, это многочисленные долины вот, рек, ручьев, межгорные впадины, зачастую заболоченные. То есть это целая система различных форм рельефа, которые плавно переходят с одной в другую. Да, они были высокие, потом они разрушились постепенно. Ну, это физическое, химическое и прочее выветривание, так называемое. Зимой замерзает, летом вода скапливается в трещинах, зимой замерзает, разрушает это все. Ветер, еще что-нибудь, вода все смывает вниз, что нижний туда, все смывается сверху, что разрушается. Внизу накапливается, начинается выравнивать. Останцы на вершинах полуразрушенных гор, как вечные часовые на охране ущелий. Издалека кажутся малюсенькими зазубринами, но поднимаешься вверх, и размеры трансформируются. Стоишь рядом с этими исполинами, и дух захватывает. Кварцевые конгломераты и кварциты, да, это вот. Поэтому они стоят, все остальные разрушились, они стоят. Как часовые на страже Куйвы. А здесь у нас тихо. Тихо. Мы вступили в стадию, ну, скажем так, человеческого старения, разрушения горы Уральские. В стадии в такой все. Они потихоньку разрушаются. Сверху падают вниз такие глыбы. Их называют у нас курумами. Они иногда образуют сплошные поля, иногда в виде рек каменных, такие узкой полосой. В комментариях геологов любые исчисления звучат с уточнением – миллионы лет. Именно такой период времени природа создавала естественный ландшафт – горные хребты, низменности, водоемы.
накапливала свои кладовые, богатство недр. Современный человек получил возможность пользоваться всеми дарами земли. Нужны такие уголки, которые вот, достаточно нетронутые. В этом плане Коми молодцы, они вот этот Ягудева сделали национальный парк. Он самый большой, по-моему, если... Ну, в Европе это точно, если не в мире, нацпарк по территории. Ну, здесь вот тоже такой достаточно труднодоступный, поэтому сохранившиеся места. Если бы еще не вот руины, которые тут несколько поселков после себя оставили, ну, с другой стороны, было стратегическое сырье, кварц был нужен. Здесь кварц, его особенность, что он особо химически чистый по примесям. Очень мало примесей, которые вредны. Но так получилось, что 90% потребности мировой особо чистого кварца закрывает Соединенные Штаты Америки, одно месторождение. Там уникальнейшее месторождение, которое и доступно, и запасы великолепные, и по генезису удобно для разработки. Ну, шевелятся, да, пытаемся конкуренцию составить американцам. Вот эту 10% эту незанятую пытаемся заполнить. Но пока вот так. Вот это здесь западная зона месторождения горного хрусталя, Пуйбы. Пуйба делится на три зоны – восточная, центральная и западная. Вот это вот западная, там 39-я, что ли, 40-я. Значит, центральная – это 32-я, вот и восточная, там вот канавы есть частично наверху, карьеры старые. А горный хрусталь где используется? Горный хрусталь используется... Во многих, в основном в радиоэлектронной промышленности, в химической промышленности делают трубки, колбы всякие для химики. Он инертный, он не растворяется в никаких кислотах, кроме плавиковой кислоты. Это аж фтор, со фтором кислота. Очень у него хорошие, замечательные свойства. Он применяется во многих сферах промышленности. Даже корабль «Буран» был облицован плиткой из кварца. Это вот первый штрек пошел. Ну, мы сейчас дойдем до гнезда, поснимаем. Большое аксинитовое гнездо. Открыли его в 91-м году, вскрыли. Здесь были уникальные друзы горного хрусталя, аксинита, адуляра. Геологи в свое время оценивали стоимость вот этого гнезда порядка миллиона долларов. Грани, да, это кристалл, это горный хрусталь. Тихонько. Это горный хрусталь. Вот, к сожалению, сейчас мы обычно такие гнезда на лифт
большим напором воды, под давлением, это она смывает всю пыль, все это. Рукой, она сейчас прилипла, рукой, к сожалению, сильно их не выпьешь. Вот это вот адуляр. Даже нет, это кальцит. Вот. Это кальцит, вот блестящий, белый. То есть, видите, вот сразу в одном месте парагенезис минералов, так называется, когда они встречаются вместе, то кальцит, горный хрусталь, аксинит. Сложно оттуда горный хрусталь достать, молоко? Отбивать? Да. Или... Ну, не сложно, но мне нет этого ряда. Понял. Пусть хоть это останется. А мы отобьем, он отобьется только это, головка и все. Вот. Как хорошо на солнышко-то выйти. На этом месторождении пройдено несколько десятков километров подземных горных выработок. Большинство и сейчас находится в хорошем состоянии. Сергей Иванович Комарицкий мечтает основать здесь минералогический заповедник, организовать экскурсии в штольни, создать редкую возможность человека проникнуть к сердцу гор. Уйва – одно из уникальных залежей полярно-уральского кварца. В мире таких месторождений больше нет.